верю, что мы сюда долетели, что мы сейчас ходим по этим милым-милым синеньким улочкам шикарным. Вот, смотрите, какой магазинчик. Всякие платья, еще что-то украшение. Безумно красиво. И тут тепло. Ну так, ветерочек дует, но в общем не смертельно жарко. И идеально, в общем, да. Мы сейчас будем гулять, я вам все покажу. Ура! В общем, мы пришли в итальянский магазинчик, в смысле супермаркет, самый обычный итальянский. И вот что я там нашла. Кростатине ай мартили биологиче. Не знаю, я не умею читать по-итальянски, если честно. Вот, но что-то такое. О, смотрите, местный актимель. Вообще просто. А, да, мама нашла пармезан, так как она безумно любит все сыры вообще, которые существуют. Во-первых, здесь есть настоящая моцарелла, не такая искусственная, как у всех, а настоящая. И вот настоящий пармезан, он прям суперский. Вот. Тут просто все офигительное. Шоколадочки. Вообще. О, смотрите. Дрожжешечка. Огромные пачки твикса, сникерса, шоколадочки. Просто сладости. Обожаю. Тут у нас хлебобулочные изделия. Хлопьюшки. И всякие круассанчики. И всякое сладенькое. Боже, как это все миленько. Местный трамвайчик. Они, видимо, у них как бы... Не знаю, как объяснить. Ну, они у них довольно часто встречаются. Вот. Там по таким улочкам... Они вообще тут разные абсолютно. Вон домики. Мне кажется, они старые очень. Вот. Ой. Дверцы симпатичные. Вау, смотрите, какая тетя красивая. Ух ты. Там огромный магазин фруктов и овощей. А мы тем временем идем в центр. Смотрите, наверху этого здания растут всякая живность. Очень прикольно. В общем, мы зашли в лавку какую-то маленькую такую, но тут очень много креативных вещей. Говорят, что здесь какая-то знаменитая, очень знаменитая фирма. Типа вот. И здесь очень смешные и интересные вещи. Например, вот это вот. Вот. Очень много красивостей, интересностей. Вот такая штучка висит. Освещающая. Просто посмотрите на это. Это, короче, подвески. Из лего, и сережки из лего, и сережки с этими, как они называются, клавишами. А это у нас, как это называется, чашечка. Да. Ага, кстати, ясно. Да, я видела. Спасибо. Супер. Ух ты! Вот это очень-очень красиво. Это стекло, кстати, вот это чистое стекло. И вот, ой, вот это очень классно. Очень много яркого, интересного. Вот это вот не стекло уже? А, или стекло, кстати, тоже. Это тоже стекло. Вот. Кольца шикарные. Ух ты ж, господи. Смотрите. Это штучка для хранения. Очень здорово. Очень классно. А тем временем мы идем дальше. Мы так еще не дошли до центра, потому что мы везде останавливаемся, смотрим, что там есть, и интересно вот. Смотрите, какую я нашла машину. Точнее, мы шли по дороге, и вот какая нам встретилась машинка. Она на вид внутри очень даже новенькая. Вот безумно красивая. Я просто от таких машин очень фанатею сильно. Вот. Это Citroёn. Или Citroёn, я не знаю, как это. Вот. Так что так. В общем, мы сейчас второй раз уже после нашего передыха большого вышли на улицу гулять. Сейчас уже вечер. И тогда я, как обычно, потерялась. Вот. И мы идем, гуляем по магазинчикам, и очень здорово. Кстати, я сейчас вот в таком вот образе. Мы зашли в магазинчик.